В регионах России реализуется 12 национальных проектов, 11 из них на территории республики. На важнейшие стратегические направления развития выделены огромные суммы, но самым главным остается человеческий ресурс. Профессионалы, которые могут выстроить эффективную работу и получить конечный результат. Все это возможно только при взаимодействии представителей власти, бизнеса и общества. Механизмы сотрудничества обсудили на Всероссийской научно-практической конференции, которая прошла в чебоксарском филиале РАНХИКС. Роль инновационных систем в развитии страны, современные методы проектного управления, первые результаты реализации национальных проектов. В программе конференции выступления экспертов, работа по секциям, круглый стол, что показал первый год реализации нацпроектов. Если говорить о реализации национальных проектов, то сам подход, он очень хороший. То есть выделены проекты, созданы проектные офисы, проектные команды, разработаны мероприятия. На чем бы, мне кажется, нужно сосредоточить больше внимания, так это на реализации мероприятий. Как модно сейчас говорить, это дорожные карты. Сегодняшние студенты – это завтрашние сотрудники разных компаний. Это сотрудники всех органов власти всех уровней. И нам важно, чтобы студенты и будущие работники, они понимали все эти проблемы и понимали механизмы решения этих проблем и были настроены на конструктивное взаимодействие власть, бизнес, общество. Сейчас управление в любой сфере невозможно представить без проектной деятельности. Студенты РАНХИКСа с первого курса учатся разрабатывать социальные программы. При этом есть обязательное условие. Надо постараться привлечь частный бизнес и инвесторов для их реализации. Мы хотим, чтобы наши выпускники, придя на работу в органы власти, в организации, предприятия разных форм собственности, могли сразу приступить и к разработке, и к реализации тех проектов, которыми занимаются эти структуры. Кроме того, значительная часть наших обучающихся – это люди взрослые, это уже действующие специалисты органов власти всех уровней, это действующие представители организации бюджетной сферы, бизнес-структур. И в работе с ними мы тоже делаем акцент на соответствующую подготовку для того, чтобы через них реализация национальных проектов шла более эффективно. В учебном заведении реализуется проект «Малая академия государственного управления». В нем задействованы студенты, старшекурсники, магистранты, аспиранты всех вузов республики. Они разрабатывают, защищают и реализуют свои социальные проекты в сфере здравоохранения, образования и культуры. Татьяна Трофимова, Павел Рядков, Республика. Thank you.